Обычно это по кругу, вот так вот потом обойдет. Сначала Катя идет. Спокойненько, спокойненько. Можно даже уже идти, Катя. Нельзя в позу. Ну, народ, я пошла по супермостику. Вот по вот такому вот мостику. Вот он такой. Чуть-чуть, правда, качающийся. Так, сейчас видон. Оп. Вот тут. Такая красота. И вот такая красота. Вот. Так. И пошли дальше. Вот. Практически впервые в жизни хожу по такому мостику. Чуток страшновато, но зато все круто. Вот. Спускаемся и попадаем в царство Берендея. О! Я знаю, что ты залезешь на этот трон, как сядешь. Так, посмотрим на все с другой стороны. Итак, вот у нас Берендеево царство, 30-е государство. Так вот, оказывается, куда все шли, чтобы решить все вопросы. Так, аккуратно идите вдвоем. Вот как выглядит этот мостик уже снизу. Вот как выглядит наша сансара в Берендеевом царстве. Она у нас, оказывается, королева оленей. Или горный козел. Кто это? Я тоже так. Вот. Вот она у нас, оказывается, королева горных козлов. Королева козлов, нормально. Надо раскачивать. Не просто козлов, горных козлов. Ну вот. Видео, пожалуйста. Видео. Ю-ху! Зажигаем! Блин, все, все, я уже... Уже я пошла уже. Мы не будем ему показывать компромат. Ну как я без фотографирую? Так, подождите, а это у нас... Как же его зовут? А это мы оставили плату за проход. Быстро, быстро, Ну вот, это значит у нас мостовой. Нет, его как-то зовут. Это дед кто-то там. Старичок-боровичок. Вот, точно, вот, это старичок-боровичок. Вот это у нас такой. А вон то Бабий Яга, судя по всему, да? Ну, вот эти вот машины, они, конечно, это немножко не из сказок. Это современные. Вот у нас еще одна королева горных козлов. Принцесса, это принцесса. Принцесса, да. А так, извините немножко, я же не вижу. Ой, вот так, вот тут вот у нас остатки кавказской цивилизации. На меня смотри. Каким-то образом, видимо, они участвовали во всех русских вот народных русалка бдениях. Стоит. Да, русалку я видела, но я ее не сняла еще, по-моему. Ага, вот она, да. Русалка. Ну, это, конечно, не Ариэль. Но явно мне пытались... Мне кажется, у нее желудок болит. Ну, может быть, да. Не, она рыбку куда-то ложила. А рыбка, наверное, лечебная. А, ну, да. Видно, да. Это она поймала и высушила рыбку, поэтому желание не исполняет. Вот тут какой видон красивый. Вообще. Офигенно. Да.
Конечно, спускаться по всем этим колдобам не очень удобно. Но зато очень красиво. Руки на бок. Вот так. Маленькие-маленькие такие. В море такие же. Почти. Вот. Да, найди, сними. Да, блин, я не хочу мочиться. Ну, не бейся, просто зайди. Это... Ну, их, в принципе, и вот тут вот видно. Рыбочки, вон они плавают. Ну, потом увеличу. Думаю, что... А, так это вот здесь ловят, где ну, походу, да. Такие же? Нет, тут такие, как... Там черненькие, а тут... Ой, смотри, здесь маленькие. Аккуратно. Вон, видишь, клавы серые, присядь. Вон, видишь? Я не вижу. Поближе сюда подойди. Посмотри. Вот, смотри. Разные? Это просто муха, обычная муха. Ой. Так. Вот такая вот. Красотень. Так.